На поле инлайн и МКБ. Инлайн в желтой форме. Вот сейчас команда с мячом. МКБ в белых майках, красных шортах. У МКБ сегодня было две игры. 0-1 поражение от РТРС. Но зато потом 7-0 отыгрались на Capital Life. И если выигрывает сейчас МКБ, то в принципе сохраняет неплохие шансы в турнирной таблице. Еще неизвестно, как сегодня сыграют ближайшие конкуренты «Русал» и «Зарубежнефть», и с ними еще HSBC. Так что все может сложиться неплохо, если будет сейчас победа. Если будет поражение, то ближайшие конкуренты вполне могут обогнать, что абсолютно логично. Попал мяч в потолок, будет аут. У «Инлайна» сегодня еще матч против «Метлайф». Старых знакомых, против Нордеа и против команды Сбербанк страхования. В общем, много игр здесь нужно и очки заработать, и правильно распределить силы на все матчи. Благо, более-менее позволяет скамейка. На скамейке у инлайн три полевых игрока, один вратарь, так что можно менять потихоньку всех. Тренер будет смотреть, чтобы все получили игровое время. Подсказывает тренер разбирать игроков. КБ. Ну да, вторая передача вратарю. Мяч центр не пересек. Будет свободный удар. Устанавливает стенку, здесь без помощи судей не обходится. Свободный удар, напоминает арбитр, высоко поднята его рука, так что нужно, чтобы мяч кого-то еще коснулся. Хорошо, разыграли, попали, непонятно, то ли в своего, то ли в чужого. В общем, опасным, конечно, этот момент не назовешь. Обрез случился у инлайна. МКБ вводит мяч здесь. Этот момент вызвал некоторые споры игроков. С линии ворот выносит мяч МКБ. Хорошо, что там защитник каким-то образом оказался. По идее, он там и не должен был стоять. Отличная передача. Пяткой прошла, и на другом фланге есть партнер. И в центр можно давать. Капитан Лайна с мячом. Тяжело кому-то отдать предпочтение по вот этим первым минутам. Удар убойный был.
пока и тем, и другим не хватает капли везения, чтобы наконец-таки открыть счет. Отбор в центре. Пока по игровым скоростям чуть ли не лучший матч. Неизвестно, смогут ли команды сохранить такой высокий темп и дальше. Но пока прям реактивный футбол. Будет угловой. Меньше 4 минут. Очень важный отрезок. Сейчас, если удастся забить гол в раздевалку, то игра пойдет совсем иная. Футболисты МКБ призывают друг друга собраться, и у Инлайна та же самая история. В общем, все разобраны, судя по самим комментариям футболистов. Момент себе привезли футболисты МКБ, но благо отбились. Здесь опасная игра, свободный удар. Можно разыгрывать свободный. Добивание. Горячев мяч сохраняет. И еще дальше. Хорошая была передача пяткой по задумке. Приходится назад отыгрывать МКБ, только мяч не терять. Вратарь бросает на ближнего. Ну, один Горячев сейчас был. Мог сразу бить. Он уже перед ним защитники Инлайна сомкнулись. Две замены Инлайна на последнюю минуту, выше свеженькие. Время на одну атаку МКБ. Откройтесь мне, пожалуйста.
Все, сейчас будет перерыв. Не надо, вот свободно. Как это открыть? Продолжаем скоро. 6 секунд, внимательно. Назад отошли. Назад отошли. 6 секунд. Назад. Второй тайм и без изменений в составе участников этого матча. Другому и не могло быть. Инлайн и МКБ, Московский кредитный банк. Пока по нолям. Чуть ближе, наверное, к забитому мячу был Московский кредитный банк. Но в целом игра абсолютно равная, довольно сбалансированная, без преимущества кого-либо. В общем, счет в целом отражает соотношение сил. Горячий с мячом. Ошибается в передаче. Случается с ним это не очень часто. Втроем сейчас в отбор пошли футболисты МКБ. Мамедова оставили свободным на фланге. Ну, в общем, МКБ в сравнении с прошлыми сезонами как-то выглядит, в общем, на себя не похоже. Лишней была явно последняя передача. Правильно Горячий говорит, что обидеть-то кто будет. Ну, сейчас что у инлайна, что у Московского кредитного банка. Две передачи точные, потом ошибка. Две передачи точные, аут. Две точные передачи, фол. В общем, все заканчивается, не успев на чаш. И все-таки забивает Московский кредитный банк. Получились две точные передачи, а потом дело закончилось ударом. Наконец-таки, а не ошибкой. В центре поля инлайн быстро мяч разыграл. Сейчас время будет играть против инлайна. Табло. Табло. Короче, как определишься, когда... Что ты хочешь? Вот сейчас лучший был момент до инлайна, Мамедов промахивается. Вот ближе к концовке должно быть преимущество у инлайна. Команда первый матч проводит, и длинная скамейка. МКП сегодня слишком много сил уже потратил.
белая. Хороший зрячий удар. Мяч остался у МКБ. Фол инлайна. Желтый фол. Сигналу надо штрафной исполнять. Сейчас стенка будет отодвинутая. Удар горячего. Пришел скопление футболистов. Снова фолит инлайн. Третье нарушение. Здесь главное вовремя остановиться. У нас 10-метровым наказываются 6-й и последующие фолы. В этом сезоне как-то совсем их немного. Может быть, шло время задуматься организаторам и пробивать 5-й все следующие. МКБ. Аут будет длинный навес. Максимально близко к цели. Нельзя сказать, что инлайн не наиграл на хотя бы один гол. Не получится даже сказать, что инлайн не наиграл на ничью. Довольно жесткий отбор. Здесь не обойдется без желтой карточки. Не убежит. Его нет. Правосудие нету. Игрок. А вот уже заменился. 69-й. Четвертое нарушение онлайна. Надежно. 58 секунд чистого игрового времени до конца. Оно шло. Оно было добавлено, потому что он сначала не вовремя был установлен. Сейчас 49 секунд.
Речев снова первый на мяче. Есть пространство сейчас у инлайна. А вот заработали, собирается брать тайм-аут инлайн и берет его за 21 секунду до последнего в этом матче свистка. Итак, продолжаем. 21 секунда аут. Инлайн. Интересно было задумано. Реализация здесь немного подвела. Последние 13 секунд. Инлайн борется за ничью хотя бы. Все, матч окончен 1-0.